9 сентября из Полоцкой епархии на Сморгонщину для поклонения верующих прибыли две православные святыни – Гаденовский крест и Жировичская икона Божией Матери. О их значимости в нашем следующем репортаже. Столицу Беларуси копию знаменитой своей чудотворной силой Гаденовского креста привезли из России еще в августе. По случаю масштабного празднования 1030-летия православия на белорусских землях. В день празднования явления Минской иконы Божией Матери. На прошлой неделе у сморгонцев была уникальная возможность прикоснуться к этой святыне на родной земле. Имеется множество записанных современных свидетельств об исцелениях и иных чудесах после молитвы у святого распятия, явленного на Сахоцком болоте. Эта святыня, она насчитывает больше 6 веков жизни на земле. Находится у Великого Ростова, в России, где было заболоченное место. И пастухи увидели луч сияющего света. И когда подошли они туда, они увидели там изображение креста и иконы святителя Николая, архиепископа Мирликийского чудотворца. Так как это явление было неоднократным, то было принято решение воздвигнуть храм на этом месте. Но так как это было заболоченное место, то было принято решение в другом месте немножко ставить фундамент. Когда установили фундамент, по воле и промыслу Божию, он оказался на том месте, где было явление креста. Это место, которое было заболоченным, сотворился образ реки, и оно было, можно сказать, осушено, и в нынешнее время, и до нынешнего времени там находится храм, и этот чудотворный образ, который прибыл к нам на нашу землю Сморгонщины. Также в храм Преображения Господня, где состоялся молебен с акафистом, была доставлена одна из главных христианских святынь Беларуси – Жировичская икона Божией Матери, которую считают покровительницей нашей страны. Она относится к числу нерукотворных образов, появившихся чудесным образом без участия людей. Святыня была явлена в 1470 году на яшмовом камне в ветвях грушевого дерева. Ныне, как и сотни лет назад, поклониться святыне в Жировичскую обитель едут верующие не только из Беларуси, но и многих стран мира. Получая по молитвам к Божией Матери исцеление от недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах. Когда такие святыни прибывают в храм, вы всегда принимаете участие? Конечно. Я и так каждую недельку, среду иду в церковь, в субботу, когда-нибудь. А раньше преклоняли Жировичской иконе? Да, я туда ездила, у Жировичи. Святыни не треба никуда ездить, сама прибыла до нас. С какими вы молитвами пришли сегодня? Попросить прощения за грехи. И жена у меня очень больна. Попроси, чтобы она выздоровела, здоровенькая была. Надо искренне молиться, просить от всего сердца. Искренне верить в Господа Бога. Тогда будет помогать все. Я хожу очень часто в церковь, и мне хочется посетить каждое событие, которое происходит в церкви. Прихожу чаще сюда поблагодарить Бога за то, что у нас есть. Слава Богу за все, что у нас есть. И за сегодняшнюю жизнь в нашей стране, и за сегодняшние семьи, которые меня окружают, за моих родственников, за моих близких детей, внуков. За все хочу благодарить только Бога. И вот это меня в первую очередь сюда и привлекает. А икону Жировичской Божией Матери мы почитаем всей семьей особо. Гаденовский крест будет находиться в Беларуси до 8 ноября. После Лидской он будет перенесен в приграничные города Гродненской, Брестской, Пинской, Туровской, Гомельской, Могилевской и Витебской епархий. 8 ноября из города-городок Витебской области Гаденовский крест вернется в Россию.